товарищи. Приглашаем вас посмотреть отборочный матч чемпионата мира по футболу в Стамбуле на стадионе имени Исмета Инню. Играют Советского Союза. Встречаются лидеры третьей европейской группы. Из нее, как известно, выходит в финал две команды. А пока посмотрите на турнирную таблицу. Это седьмой матч проводит. Вот он выходит. Один к воротам. Нет. Не удалось. Тоже, как и вратарь сборной Турции, проводит третий матч. Киевлянин, 20 лет ему. Прекрасно в этом году выступает и в киевском «Динамо», и в сборной команде Советского Союза. Ну, желтая карта. Заваров. Мяч у наших футболистов. Атака продолжается. Сильнейший удар. И отлично играет вратарь. Олейников. Протасов может бить. Удар. Отличный удар. Из трудного положения бил. 33. А лидирует здесь Блохин. 39. У Иванова 26. У Стрельцова 24. Протасов сейчас на четвертом месте. И вот сегодня он активен. И сегодня мы видим, что он... Хороший пас появился не вне игры. Нет. Или есть. Судя по реакции зрителей, положение вне игры было. К сожалению, режиссер турецкого телевидения Покальников. Отличная атака Михаличенко. Гол! Прекрасная. Прекрасно проведенная комбинация. И концовка была хороша. Добровольский нынешних игроков сборной. В ней только были Фияс и Унал. О чем это говорит? Ну, о том, что футболисты уже задолго сборной Турции начали готовиться к этому матчу. И не вижу, где мяч. На ногах соперников. И опять он у наших футболистов. Заваров. Михаличенко. Отличная атака. Можно бить. Удар. Мяч летит рядом со штангой. Но поаплодируем нашим футболистам. Атака была отличной. Красивой. Половина второго тайма прошла неожиданно. В простой ситуации ошибся Олейников. Сразу паника. И сразу вот угловой удар. Точный пас Литовченко. Тут еще дальше. Заварову. Заваров обыгрывает одного соперника, другого входит в штрафную площадку. Ой, какой момент! Как прекрасно сыграл Александр Заваров. Неожиданно для соперников, а может, нескольких соперников. А теперь контратака. Олег Протасов набирает скорость. Входит в штрафную площадку. Удар! Нужно же бить. Нет, удара не последовало. Теперь уже трудно было бить. Я пытался помочь ему, кричал удар, а удара еще не было. Ну, теперь мяч должен быть у Досаева. Ну, и дальше уже пора арбитру посмотреть на... Ну и у любого добавочного времени должен быть какой-то предел. Бородюк оттолкнул руками соперника, и все. Наша сборная победила в нелегком поединке. Довольно-таки